Мейн-кун – загадочная порода кошек, история происхождения которой покрыта многими небылицами и легендами. Мы расскажем вам немало интересного, чего вам не расскажет обыкновенная Википедия по поводу того, что представляет собой кот Мейн-кун. Родина кошек Мейн-кун – северо-западный штат Соединенных Штатов Америки, который носит название Мэн. Именно от названия родины и произошла порода кошек Мейн-кун. Происхождение породы Мейн-кун уже давно известно, но несмотря на это, существует несколько интересных легенд. Согласно одной легенде, кошка Мейн-кун – это животное от скрещивания самки енота и кота. В подтверждение этой теории приводятся внешние особенности кошки, а именно хвост, окрас которого очень подобен еноту. Согласно второй легенде, котята Мейн-кун появились в результате скрещивания североамериканской рыси с обыкновенным котом. Подтверждением этой теории являются кисточки на ушах кошек этой породы, которые, как полагают, достались им от рыси мамы. Те, кто изучает происхождение этих кошек, утверждают, что в их истории нет никаких тайн. Порода появилась в результате естественной эволюции. Шерсть этих кошек – результат приспособления к суровым снежным зимам, так же, как и их объемные пушистые хвосты, которыми они укрывались в особо холодные зимние ночи. Раньше кошки этих пород были отличными охотниками. Сейчас им уже не приходится проявлять свои охотничьи таланты, но они оказали значительное влияние на их уникальный ласковый характер и некоторые его особенности –